Мост в прошлое готовы обрушить в Екатеринбурге. Купеческие особняки рядом с Царским мостом на декабристов, возможно, станут забытой историей. Общественники изучили планы по застройке исторического района и теперь боятся, что участь памятников решена. Дома пустят под снос, а им на смену придут бетонные новостройки. Екатерина Деменчук заглянула в прошлое и попыталась увидеть будущее. Город имеет право на историю! Но прежде придется эту историю защитить, говорят общественники. Царский мост и окрестности – места заповедные и очень уж заманчивые для коммерсантов. Несколько гектаров земли там вот-вот пустят с молотка. Мы сами отвечаем за то, что у нас есть в городе. Если мы не сохраним, то некого будет винить, кроме себя. Чиновникам, к сожалению, это не нужно. Гордое звание памятника архитектуры мост получил ровно 40 лет назад, а прозвище «Царский» в далеком 1824-м, когда по мосту проехал император Александр I. И не случайно. Уже тогда здесь стояли великолепные усадьбы, и приметы времени здесь повсюду. Книжная торговля начиналась отсюда, первый земский городской родильный дом. То есть все, что не, ну, такого значимого в городе было, культурного, социальном плане, начиналось именно отсюда. Вот только территория и сами усадьбы сейчас почти беззащитны. Статуса охранного места нет. Уже сейчас многоэтажки заслоняют историю. А после аукциона от нее и камня на камне не останется, боятся горожане. Они оставят какую-нибудь, вот, не знаю, одну стену, сделают ее входной группой или, не знаю, каким-то элементом своего этого безобразного строения. Чтобы историю не сравнял бульдозер, общественники обивают пороги и призывают присвоить территории около Царского моста статус достопримечательного места. По словам областных чиновников, на продажу выставили землю, на которой стоят два памятника истории – бывшая Старообрядческая церковь и усадьба Беленкова. Но сносить их нельзя. Мы в любом случае исходим из того, что должно быть обеспечено сохранение объекта культурного наследия. Установлена как административная ответственность за нарушение законодательства об объектах культурного наследия, так и уголовная ответственность. Защитить нужно все особняки в этом уголке 18 века, говорят общественники. Они уже готовят письма региональным чиновникам и в прокуратуру. Такого Екатеринбурга уже не найти. Царский мост любимым местом называет известный художник Виталий Волович. И теперь горожане надеются, что после аукциона, назначенного на конец мая, эта история останется не только на картинках. Екатерина Деменчук, Владимир Середа, новости 41 канала.